Согласитесь, вы хотя бы один раз видели вот это видео. Я собрался с мыслями и подумал, я хочу это повторить. Да, очень это хочу повторить. Потому что это для меня новый некий опыт в анимации. Я сделаю абсолютно те же фотографии, что и на стоковых изображениях, естественно, без фона, и попробую все это санимировать. Конечный результат вы увидите в конце видеоролика. Перемещаемся на другую карту. Что ж, мы переместились на другую карту, тут все абсолютно пустое, пустое пространство синего цвета. Я ставлю камеру, и мы начинаем. Я поставил камеру, и сейчас я буду смотреть на свой экран, который там справа, и смотреть, какие кадры мне нужно сделать. Итак, включаем прозрачность. Да, у вас фон будет белый, почему бы и нет. Окей, первое фото. В принципе, тут ничего трудного, тут он просто гадюку делает. Окей, давайте попробуем. Думаю, получилось неплохо. Второе фото. Так, он поднимал левую, а сейчас он поднимает правую. Ведь так? Да, он поднимает правую. Как это? Ой, баланс вселенной. Бля. Слушайте, мне надо координацию свою чинить. Как стоять на одной ноге? Я, по-моему, упал. Хотя нет, нормально. Получилось неплохо. Ура! Я сфоткал все. Погнали монтировать. Что ж, мое дело здесь закончено. Ура. Что ж, видео получилось короче, чем я хотел, но я доволен результатом, можно так сказать. С вас лайк, подписка и комментарий какой-нибудь. Пожалуйста. Ну а вот результат.